Привет, друзья! Это видео будет в формате коротко и конкретно. Один из подписчиков написал, что старый тиран было. У него были такие видео. Так вот, это видео будет в этой рамке специально для тех, и в том числе тебя конкретно, кто любит вот такие форматы. Итак, проект, про который я буду говорить, это одно из жемчужин в моем криптопортфолио. Проект называется Energy Web. Сектора энергии. Последние 2 года, когда я слежу за этим проектом, у него или же партнерство на уровне государств, или же партнерство по самым топовым большим корпорациям. В том числе, как и просто большим со стороны финансов, так и по рейтингу и качеству, скажем так, как Tesla. Это проект для первоочередных секторов, которые переходят на блокчейны, энергосектор. И цель проекта – предоставить платформу на блокчейне, где можно продать, отправить, купить, хранить, использовать. Трекинг всей информации касательно энергии. Распределенной энергии, как сказать, индивидуальной энергии. Когда весь рынок переходит на портативные генераторы энергии, неважно, это солнечные панели или через несколько лет по масштабам 1/4 гаража – портативные реакторы, которые и безопасны, гарантированно безопасны, и не излучают ничего, и способны сгенерировать такое количество энергии, которое обеспечит не только дом, но и маленький бизнес-центр в 2-3 этажа. То есть, если тебе нужно здание обеспечить, поставь несколько таких генераторов. Солнечные батареи – это не будущее. Те, которые крутятся ветряные, это не будущее. Будущее, например, от волн. Энергия, которая создается от перелива, отлива. По всей Англии этот проект в первую очередь хотят построить. То есть это и портативные генераторы, но на уровне реакторов. Этот сектор никому не интересен со стороны маленьких инвесторов, поскольку не имеет... Никак не будет восторжаться тем, что вот оно уже начало работать. С масштабом оно на передовой. Но со стороны хайпа или что-то другое, невозможно в этом секторе придумать, как сделать хайп для энергопроектов. В этом видео будет про это, что с Energy Web может произойти очень интересная вещь. И несколько дней назад... 15 февраля вышло, что Energy Web будет поставлено на маркетплейсе Microsoft Azure. И глава технического отдела сказал, что это даст возможность на уровне гарантии качества Microsoft Azure предоставлять сервис Energy Web бизнесам, энтерпрайзам, которые хотят подключиться. И чтобы понять, насколько в переходном моменте мы... Я когда смотрел фотографии, мобильное приложение, как оно будет работать от Grid Singularity, которое отчасти и создатель Energy Web, может добавить Tom в приложение. У меня, например, смарт-чайник, умный чайник, и лампа. Я ни разу, я добавил чайник, был первый день, когда купил, очень был взволнован, что я... Мобильно буду от сидящего места подключить, чтобы вода стала горячим, я пил кофе. Но ни разу не использовал это приложение. Ни разу. То же самое и со светом. Всегда включи или отключаю. Вручную там 2 шага. Но вот дом, если у тебя поставлены на данный момент солнечные батареи, и ты получаешь больше энергии, чем тебе нужно. Неважно, столько или столько. Это не нужно тебе, ты не пользуешься этим. Единственное логичное решение – продать эту энергию. Поскольку весь мир идет к портативным генераторам для создания энергии, платформа, которая нужна, чтобы все продавцы и покупатели были в одном месте, она имеет фантастические перспективы. Поэтому... На перспективу, на масштаб рынка и нужность такой платформы – это жемчужина, как проект для меня. И на долгосрок поставлена. Поскольку
на блокчейне EnergyWeb токен EWT – это транспорт. Оно будет использовано. Чем больше будут покупатели-продавцы, тем больше будет использоваться это. Но вернемся к тому, что этот сектор очень трудно помпануть. И должно произойти что-то экстраординарное, чтобы обратили внимание на этот проект со стороны краткосрочного роста цены токена. Итак, касательно этого, мы можем посмотреть, что 9 февраля цена на токен выросла. Это произошло из-за того, что 8 февраля Илон Маск сказал, что он 1 марта 2023 года, то есть через 12 дней, представит проект под названием «Мастер-план», который перевернет всю энергоиндустрию. «Мастер-план», если посмотрите, там написано «Покупка и продажа энергоблоков». Такая платформа. То есть на краткосрок у нас в секторе, где ничего нет, это слон просто, ты не можешь его двигать, может получиться так, что может, словечко от Маска будет касательно EnergyWeb. Без словечки был памп. Потому что разумно предполагать, что цена среагирует на то, что один из самых рейтинговых топовых партнеров говорит о том, что скоро представлю кое-что из этого сектора. А в этом секторе только EnergyWeb на таком масштабе. И напрямую в партнерстве. Через 12 дней, вот этот день, 1 марта, когда Маск должен представить мастер-план, то есть платформа, где можно купить и продать энергоблоки. И возможно, чтобы сейчас не на эмоциях пошли купить EnergyWeb выше тех лимитов, которые вы можете себе рационально позволить. Чтобы этого не произошло, поставьте у себя так. А что, если Маск не скажет ни словечко про EnergyWeb? Ну, к примеру, плохо это, самое фантастическое, когда на презентации появится логотип EnergyWeb. То есть я не хочу, чтобы после этого видео пошли и сразу неадекватно купили нерациональное количество токена EWT. Но и пропустить вот такое событие, которое через 12 дней, я не стал. Я сегодня купил EWT, то есть час назад где-то, с целью, что возможно на презентации что-то будет. И на то количество, которое я купил, я могу себе позволить, что после презентации EWT ничего не будет сказано про это, и EWT упадет еще ниже. Я готов с этим. Потому что, как уже в начале сказал, это проект, который фантастически большой перспективный рынок, и в этом рынке у него и государство, и топ-корпорация. То есть у меня он на долгосрок. И использование токена в первую очередность. Не могут они просто удалить токен и далее работать нормально. Нет, это транспорт. Так что 12 дней до 1 марта, до мастер-плана Илона Маска. Посмотрим, что будет. Я решил не упустить такая возможность для пампа в секторе, где очень трудно что-то пампить. И с EnergyWeb почему вот этот на долгосрок уже с этого года? Потому что очень многих репортах касательно теста и подключения был написан 2021-2022 год. С начала 2023 года уже и далее 2024-2025 это уже подключение и реальное использование. Поэтому поставка сервиса EnergyWeb сейчас на маркетплейсе Microsoft Azure означает то, что проект готов к использованию. Все, бизнесы и enterprise могут подключиться и использовать, как было написано во многих тестовых репортах, что с начала 2022 года, 2023 года уже можно подключиться к реальному использованию, что даст реальное использование токена, всей сети и токена. Так что 2023 год начался, и одно из самых больших событий 1 марта от Илона Маска. Я скажу, что как и Render Network является, и Intel iExec является жемчужиной в моем портфолио, так и EWT и несколько еще других проектов. И за каждым проектом я слежу, чтобы не пропустить вот такие мероприятия, которые на краткосрок могут повлиять на цену. Также четко знать, когда заканчивается тестовый период и когда начинается уже реальное использование периода. Потому что для инвестиций очень важно не перепутать, что посеешь, вот сезон сеять, с сезоном собирать плоды. Очень часто люди путают во время сезона сажать, они уже хотят плоды. Всегда, когда проект в тестовых
площадках. Это сезон, чтобы посмотреть, как результаты теста выходят хорошие, партнерство заключается или нет. Когда планируется переходное использование после теста. Вот когда ты это собираешь, уже начинаешь постепенно инвестировать. И в сезон, когда нужно начать собирать плоды, уже наступает. Так что для Ивета это 2023 год. Полный список моего портфеля по ссылке в описании. Увидимся и назначите у себя в календаре, если у вас есть Ивета или собираетесь купить, назначите в календаре 1 марта посмотреть презентацию Маска. Все, спасибо.